Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Goof. Здравствуйте, мои дорогие. Динечка, поздоровайся со своими друзьями. Привет. Вы на канале Baby Goof. Друзья, сегодня у нас игра на закрепление цифр, на мелкую моторику. И мы будем раскладывать камушки в кружочки. Смотрите, у нас есть такое поле, на котором пронумеровано количество мест, куда можно положить камушки. От 1 до 5. И, соответственно, количество кружков. 1, 2, 3, 4 и 5. Динечка, сегодня потренируем с тобой счет, да, и моторику поразвиваем. Камушки надо в ручку брать и перекладывать их в кружочки свободные. Давай положим один камушек в первый кружочек. Где у нас циферка 1? Покажи. Покажи всем, чтобы видели, где циферка 1. Давай сюда положим камушек. В кружочек только, в пустой. Нет, ты кладешь пока, где цифра 5. Давай камушки в стороночку уберем. Все остальные. Давай один положим, где циферка 1. Клади. Так. Вот здесь у нас в первом ряду всего один камушек. Давай в следующий ряд положим 2 камушка. Раз. В пустой кружочек. И еще один камень. Туда же, в пустой. Смотри, у тебя еще кружочек есть. Сколько это будет? Ага, в сумме 3, правильно. Раз, два, три. 1 + 2 = 3. Давай теперь заполним поле из 3 камушков. Клади 3 камушка в 3 кружочка. Нет, это 5. Ну давай 5 заполним. Заполняй 5. Так, вот у тебя как раз 5 камушков. Давай их разложим по кружочкам, Дениска. Давай. Нет, так ты сложил хаотично. Давай вместе с папой. Давай. Один я кладу, потом ты второй кладешь. В кружочек кладешь камушек. В кружочек надо класть. Куда надо положить? Давай, клади в кружочек. Так, вот, положил. Теперь я третий кладу. Ты кладешь сюда четвертый. А в кружочек надо положить. Нам надо же попасть с тобой четко в круг. А зачем ты камушки собрал? Так, хорошо. Давай по новой. Давай 3 тогда заполним. Поле из 3 камней. Клади в кружочки, в пустые камушки. Давай, я начну. 1. Теперь ты вот сюда кладешь 2. Яичко. 4. Ну хорошо, давай, ну давай по одиночке. 5. Давай, давай в 5, хорошо, клади камушек. Ты не бросай, а клади. 1 заполнил, да? Теперь я 2. Ты 3 кладешь камушек в пустое место. Давай, клади. Клади аккуратненько. Так, хорошо, я кладу 4. И ты вот на это поле кладешь 5 камушек. Давай, клади 5 камушек. Хорошо. Надо, у нас с тобой 5 камушков получилось, правильно? Давай, вот смотри, у нас с тобой 3 кружочка пустых. Давай сюда 3 камушка положим. Давай. Давай, клади вот сюда 1. Клади, клади. Клади, не бросай. Вот 1. Еще 2 у нас, смотри, места пустых. Клади сюда еще 2 камушка. 2, 3. Только не сюда, а вот сюда, Дениска. Так, 4. 4 у нас с тобой тоже не заполнено, правильно? 1 камушек. Еще 3, Динь. Вот у тебя еще 3 камушка, смотри. Давай, клади. Не бросай, клади. Так мы никогда в жизни правильно не положим, Динь. Давай, 2. Клади вот сюда. Пустое место. Вот у папы камушек, держи. 4. Ну вот так вот с горем пополам мы разложили все камушки по их местам, да, Дина? Тут у нас уехал с 5 в 3. Итого у нас получилось здесь поле 1 камушек, здесь 2 поля 2 камушка, 3 поля 3 камушка, 4 поля 4 и 5 полей 5 камушков. Правильно, Дина? Да. Вот у нас, видишь, 5 кружочков, 5 полей пустых было. И в них по камушку.
А давай попробуем посчитать суммарное количество камушков, Дениска. Давай с самого начала. Один. Потом какая циферка? Два. Два, потом. Это у нас строчки с тобой идут. А камушков у нас один, два, три, четыре, пять, шесть. Потом какая цифра? После шести. Семь. Потом? Восемь. Потом? Семь. Девять. Потом? Десять. Вот это вот. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Друзья, сегодня у нас была вот такая интересная игра с камнями. Мы их раскладывали в пустые поля. В каждой строке было разное количество этих пустых полей, от 1 до 5. Мы потренировали мелкую моторику, потренировали счет и попробовали сложить общее количество вот этих вот камушков. Это вот была у нас очередная новая идея. А сейчас мы с вами ненадолго прощаемся. Ненадолго прощаемся. Будем стараться придумать для вас очередные полезные развивающие ролики. Ну, а с вами был канал Baby Go. Ставьте нам пальцы вверх, Динчик, да? Подписывайтесь и пишите свои комментарии. До новых встреч, друзья! Пока-пока! Пока.